В Дагестан приехал хранитель храма Гроба Господня в Иерусалиме Ваджи Ханусейба. Сегодня он встретился со студентами Дагестанского государственного университета. Гость рассказывал об истории своей семьи, отвечал на вопросы молодежи. В 638 году халиф Омар ибн Аль-Хаттаб после двухлетней осады взял Иерусалим. Тогда ему передали ключи от города и храма Господня. Халиф, в свою очередь, доверил их предкам Нусейбы. Вот так мусульманская семья стала хранительницей одной из главных христианских святынь. Студенты интересовались, какие обязанности входят в работу гостя. Ваджи Ханусейба открывает ворота, следит за их механизмом и порядком внутри храма. Пока он в отъезде, эти обязанности возложены на его сына. Встречу организовало духовное управление мусульман. Нусейба отметил, что рад приезду в Дагестан и поблагодарил за оказанное ему внимание и теплый прием. Мы высоко ценим роль России в мировой политике и Дагестана как его составляющей. Мне было приятно пообщаться со студентами-дагестанцами. Я желаю вашей республике процветания и мира.